Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Татьяна Климова, и это видео «Завораживающий русский», где мы смотрим на самые длинные, интересные, оригинальные слова русского языка, которые вы можете увидеть в книгах, по телевизору. Это слова, не адаптированные для иностранцев, и в учебниках редко можно их найти. Сегодня у нас интересное слово, спортивное слово. Это скалолазанье. Такое интересное, длинное слово, которое также красиво звучит. Скалолазанье. Скалолазанье. Скалолазанье – это спорт, когда вы поднимаетесь высоко. Обычно есть стена, и вы по этой стене поднимаетесь. Там есть что-то, чтобы вам помочь подниматься. И это скалолазанье. Скалолазанье. Мы можем сказать, я занимаюсь скалолазаньем. Скала. Скала – это как камень, часть горы. Это как камень, большой-большой камень, который идет так. Скала. Скала. И, например, на берегу моря часто есть скалы. Скалы, например. Я недавно была в Нормандии, и там очень красивые скалы. Когда вы едете из Англии на корабле, вы можете видеть эти прекрасные белые скалы. Это очень красиво. И лазать. Лазать – это движение или вертикально, или горизонтально тоже. Лазать значит, когда вы так делаете, это лазать. Значит, скалолазанье – это когда вы лазаете по скалам. Такой интересный спорт. И да, это хорошее слово, чтобы практиковать русское твердое «л», потому что в русском есть два «л». Есть твердое «л» и есть мягкое «л». «Л», «л», как по-французски «л». Мягкое «л», ваш язык, он здесь, он глубоко, далеко, не очень далеко, но достаточно далеко. «Л», «л», «л». И твердое «л», ваш язык, он на зубах. «Л», «л», он между зубами и здесь. Он в начале зубов. То есть не л, 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 а л, л. Скалолазанье. Два твердых л. Очень хорошее слово, чтобы практиковать. Скалолазанье. То есть ваш язык, он здесь. Он не там, он здесь. Вот, теперь вы хорошо видели мои зубы. Но я надеюсь, что это поможет вам произносить слово «скалолазанье». Скалолазанье. Дорогие друзья, если вы занимаетесь скалолазанием, осторожно, не упадите. И я надеюсь, что вам понравилось это видео. Покупайте, пожалуйста, мои транскрипции, читайте мои статьи. У меня большой блог. Каждую пятницу есть новые статьи, мои видео и, конечно же, клуб «Русская дача», где мои дачники получают новые подкасты и видео каждые 5 дней. До скорого, дорогие друзья! Пока-пока!